Вот если, например, живешь в округе, знаешь, что раньше асфальт меняли на плитку, а теперь плитку меняют на асфальт. Так, что происходит? Господа. Начальники сказали, что мы так делаем. Не поняла, что вы делаете? Вот вы посмотрите. Вы видите? Вот вы, это новая плитка, хорошая. Здесь не скола, посмотрите. Елена Анатольевна, они даже складывают ее аккуратно. Так, куда вы ее складываете? Вы на чудачу опустите. А куда вы грузить будете ее? Как будто только привезли. Куда вы ее будете грузить? А ты еще и баргируешь, а то все дома баргируешь. Ой. Все уже сняли, а? Нет, что вы такое? Вы кто такой? Я старший. Ну, представьтесь, кто вы. Фамилия, имя, отчество. Все вопросы оправдайтесь, у вас управа. Мы к вам обращаемся, как представители управы. Мы исполнители, мы свою работу делаем. Нет, вы до вас документы. Исполнитель это кто? Есть имя исполнителя. Имя ваше и фамилия. Так, надо вызывать милицию. Сейчас я вызываю милицию. Так. И сообщаю о преступлении. Уважаемые товарищи, повторяю, мы сейчас находимся на Новорогожской улице, дом... Дом 14, корпус 2. Дом 14, корпус 2. Я депутат этого округа, Шувалова Елена Анатольевна. Это Таганский район. То же самое происходит и на Нижегородской улице. Вот посмотрите, пожалуйста, лежит плитка, как влитая. Давайте подойдем, покажем эту влитую плитку, шикарную влитую плитку. Посмотрите, с какой скоростью ее сейчас снимают. Посмотрите, пожалуйста. Дорогие мои помощники, пожалуйста, покажите плитку, как она лежит. Ольга Владимировна, покажите вблизи, не надо отходить, покажите вблизи плитку, вблизи. Потому что они потом напишут, что она пришла в негодность. Дорогие друзья, вот, понимаете, просто голос даже дрожит, потому что вы прекрасно знаете, что сейчас идет военная операция. И люди остались без крова, они голодают, холодают, причем это и русские, и украинцы. Поверьте, вот мне, как жителю огромной страны Союз Советских Социалистических Республик, очень жалко всех. Для нас нет разницы, Екатерина Петровна, для нас есть разница, нет. Украинский народ или русский. Мы все из Советского Союза. Мы все советские, мы все единый советский народ. И вот люди остались без крова, без еды, без электричества. А вот здесь, в центре столицы Российской Федерации, крадут плитку. Иначе просто не назовешь. Да что, ну это очевидная кража. Очевидная кража плитки, которая создана на средства народа. Создана на средства бюджета. Пойдемте вернемся к этим похитителям, расхитителям народного имущества. В советское время за такое ставили к стенке. А здесь все проходит безнаказанно. Кстати, о жилищнике. На сайте департамента города Москвы по конкурентной политике мы нашли соответствующий конкурс для Таганского района аж на 500 000 000 рублей. Название закупки таково. Приведение в нормативное состояние территории Таганского района города Москвы. Подрядчик не жилищник, а ООО АМВ Групп. АМВ Акопян Мигран Васпуракович. Так вот, в техническом задании устройство асфальтобетонного покрытия на площади 3-4 тысячи квадратных метров в очень многих дворах Таганского района есть. А снятие плитки не фигурирует. Что творится? Значит, лежал асфальт.
они положили плитку. Вы посмотрите, плитка лежит, как влетает. Вы посмотрите на эти дорожки, она же как влетает. Это не Страстной бульвар, где плитка ходит ходуном. Здесь плитка лежит замечательно. Что они с ней делают? Смотрите, они берут ее и разрушают. Это наши деньги, наши налоги, понимаете? Вы посмотрите, вот эта плитка. Шикарная плитка. Значит, то они снимали асфальт и клали плитку. Теперь они снимают плитку и собираются класть асфальт. Вот вместо вот этой прекрасной, влитой, как влитая, она лежит плитки. Где же у вас хоть формально правовые основания, господа? Сразу запросила у заместителя мэра Бирюкова, что такое нормативное состояние. И главное, обратилась в другие органы. То есть вы сейчас просто воруете хорошую плитку, воруете имущество городское и куда-то уводите, и возите продавать. В форме воруют. Сейчас вы тоже можете воровать. Нам не нужно она. Мы хотим, чтобы она была. Мы как раз здесь живем и хотим, чтобы эта плитка оставалась. Хотите обращать туда? Нам команду дали, чтобы было что-то оставалось. Ваша? Снимайте, как вот плитку укладывают. Почему? Вот снимайте, как ее укладывают. Снимите. Давай. Кто вам дал тогда такую команду? Скажите, пожалуйста. Зачем видео снимать? Что? Зачем видео снимать? Я видео снимаю не в тайне. Кто сказал? Это общественное место, можно снимать кого угодно. Я работаю, все видео снимаю. Работать? Ну что, это вот рабство или что? Этот позор должен попасть в интернет. Обязательно. Чтобы ваши мамы, папы увидели, братья и сестры. Ну вы считаете, они на помойку в таком виде повезут? Конечно, нет. Я сильно сомневаюсь, что нет. Такую прекрасную плитку кто-то повезет на помойку. Ее, естественно, сейчас будут они куда-то продавать. То есть эта плитка имеет определенную цену. Вадим, я суть дела поняла. Вы знаете, просто я сейчас что думаю? Давайте-ка встанем на эту плитку и не дадим им снимать. Вот у меня точно такая... Так, идите сюда, потому что они хотят до приезда милиции все снять. Давайте, встаем, потому что они снимают не снимают. Кстати, поменяли эту площадку. Была прекрасным случаем. Да, вот это тоже все важно. Вот как вы считаете, эта плитка плохая? Как вы знаете? Я эксперт. Плитка замечательная. Вот смотрите, давайте я вам покажу. Вот она. Вот. Вот. Посмотрите, какая плитка. Нам ее видите? Недавно положили. Посмотрите, это абсолютно новая плитка. Видите? Жители, она устраивает. Так, разреши, я на место положу. А ее хотят заменить на асфальт. Если коротко, снимают тротуарную плитку, складируют ее, и завтра ее уже здесь там не будет. Говорят, что идет модернизация. Модернизировать новую плитку – это странно. Так вот, кто им позволил тратить народные деньги, потому что бюджет города Москвы строится в основном из налогов физических лиц, из наших денег, это наши деньги, это стоит миллионы рублей. Это не 3 тысячи, не 5 тысяч, это миллионы рублей вот нас всех, кто стоит здесь. Потом это собственность нашего дома. На наших глазах ее безопасность. Вот вперед. Хотите надеть? Вперед, Сашка. Дашь ручку. Так, Оль, возьми, у меня телефон не мешает. Или ты возьми. Угу. Так, ручку там. Так, закрывать не надо. Я с другом солью. А там вот это... Так. Объяснишь как?